Вы знаете, что у нас 1 000 000 гектаров пахотных земель, всего 1 300 000, но пахотных около 1 000 000. Мы каждый год с вами вводим по 50-60 тысяч гектаров в оборот. Немного осталось, но еще есть что вводить. Общий объем сельхозземель, введенных в оборот в Подмосковье, составляет 77%. По состоянию на 1 января этого года объем используемой пашни в Подмосковье составляет 777 тысяч гектаров от общей площади. Из них сельскохозяйственными предприятиями используется 518,7 тысячи гектаров, крестьянско-фермерскими хозяйствами чуть более 43 тысяч гектаров. По состоянию на 29 сентября этого года уже было введено в оборот 48 тысяч гектар, и общий объем использования пашни составляет 77,7%. В целом же динамика ввода в оборот этого года у нас опережает динамику прошлого года, и мы видим примерно на 10 тысяч гектар земли ввели на сопоставимую дату в этом году больше. Кроме того, пояснил Андрей Разин, размер субсидий на культурно-технические работы на заброшенных землях планируют увеличить в Подмосковье в 2018 году до 4,5 тысяч рублей за гектар. Сейчас эта ставка составляет 3 тысячи рублей. Также заявил министр сельского хозяйства региона о том, что подмосковные аграрии, участники госпрограмм, могут претендовать на получение земельных участков без проведения торгов. Он также уточнил, что будет предусмотрена возможность предварительного опубликования данных. Татьяна Трушкина, Сергей Власов, День города.